Одним из главных овощей в любом огороде является огурец. Перед сезоном закруток нужно насобирать очень много овощей, чтобы запастись на зиму. В этом видео я расскажу про то, как добиться хорошего урожая при помощи простой и хитрой подкормки. Мне этот рецепт рассказал мой сосед, у которого всегда на участке огурцы растут как сумасшедшие. По 50 ведер за сезон с небольшого участка. Основным ингредиентом такой подкормки будет куриный помет. Раствор делается очень просто. На 10-литровое пластиковое ведро необходимо взять половину ведра куриного помета и залить вторую половину водой. Такую смесь отправляем на неделю в теплое сухое место. Периодически помешиваем раствор и потом разводим эту массу 1 к 25. То есть на ведро чистой воды необходимо добавить половину литра концентрата. Больше добавлять не стоит, иначе корни и листья растения могут получить ожоги. Куриный помет поможет растениям получить все необходимое для питания и стабильно интенсивного роста плодов. Буквально в первую ночь после внесения удобрений огурцы нарастают гроздьями и продолжают мощно плодоносить еще несколько недель. Это натуральная органика, которая гораздо эффективнее обычного навоза. И к тому же куриный помет – это замечательный раскислитель почвы. Полив необходимо осуществлять по влажной земле, а не лить раствор в сухую землю. Если вокруг засуха, то землю нужно пролить чистой водой до внесения удобрений. Если же вы заметили, что огурцы имеют желтые или бледные листья, симптомы дефицита полезных микроэлементов, то после внесения такого удобрения плоды сразу же преобразятся и станут гораздо вкуснее. А еще лучше для огурцов, если у вас будет куриный помет от своих кур. Он будет натуральным, без антибиотиков и гормонов роста. Заведите пару несушек, и мясо с яйцами будут всегда, и удобрения для огурчиков всегда будут под рукой.